Всем привет! Вы на канале Рыбачий Патруль. Но это сегодня у нас не север, не та рыбалка. Сегодня мы на юге. Вот я Вячеслав, брат Михаила, попросил у меня в очередной раз снять рыбалочку нашу южную. Говорит, надо разбавить контент, а то люди, говорит, привыкли к северу. Надо, говорит, показать, как люди нормально на рыбалку на юге ходят. Вот что, у нас середина июля. Погода сегодня хорошая. У нас жарко, но очень часто дуют ветра и сильные. И на рыбалку у нас просто не получается выйти. Сегодня вроде нормально, 2 метра, наверное, сейчас. Пока еще волнения нет. Поэтому у нас времени 5 утра. Поэтому мы спешим, все с собой взяли, уже загрузили. И потихонечку вот отправляемся с казачьей бухты. Сейчас выйдем, пойдем пройдемся по нашим местам. Потому что рыбы черноморской местной особо даже в магазинах сейчас и не найдешь. Вот, но мы все равно пойдем, попробуем, проверим, сами убедимся. Да и вообще прогуляемся, лодочку прокатим, моторчик прогоним. Это надо сделать. Искупнемся, все как положено. Вот. Сейчас пока у нас градусов 23, наверное, 24. Днем, наверное, будет 30-35. На солнце 50, наверное, все. Поэтому мы одеты полностью, чтобы не сгореть. Сегодня будет испытание жилета. Да. Вот Николаевич тут на румпеле сегодня. Да, сегодня еще проведем испытание жилета. Насколько он надежен, как он держит на воде. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ладно, в путь. Сегодня мы попробуем половить вот на такого усика. Это наша черноморская креветочка. Ладненько, закидываем. Николаевич кого-то тянет. Кто там у тебя? О, ласкирь. Давно мы не ловили их, да? Ласкиречка. Красавчик. Ай. Молодец. Ох ты, красотуля. Пробил же губу, слушай, ничего себе. Вот такая рыбка. Молодец. Слышишь? Под верхом, хоть! И оторвало. Кто-то кого-то сожрал. Да? Да. И теперь шло, под такой нагрузкой шло, под верхом еще тяжелее и ушло. Николай, не повезло тебе сегодня. Походу дела была ставритка или что, и кто-то луфарь сорвал. Луфарь, наверное, или кто сорвал, не знаю. Ладно, охотимся дальше. Давай, давай. Задорчик получил, давай. О! Еще и какой. Сейчас я этого крокодайла вытащу отсюда. Давай. Вот это Николаич ласкиряру взял. Хороший прям, отличный ласкирь. Молодец, пока я тут подвески перевязываю себе, Николаич дерет тут всех подряд. Да, потихоньку. Молодец. Молодец. Ну-ка дай-ка это попробуй. Пробуй, давай, на свежачка. Вот этот Николаевич, который зацепил. Кто там у тебя? Тот же. Тоже ласкирек. О, с черной меточкой какой-то. Молодец, у меня тоже на хвосте с черной меточкой. Вот я поднял, не успел снять еще. Ну клюет он, конечно, как даст, а шуточка проваливается. Так что пока все отлично, рыбалка радует нас. Главное, чтобы тут не сглазить. Так, поколоем. На волне сильно бьет его. Ага. О, есть. Давай, давай. Удочка в дугу. Ласкирям обводит, слышишь, как это? Ух ты, лопота какая. Это лопата. Только сейчас договорили о таких, да? Давно мы не таскали такие. Вот это. С руку. Это хорош. Экземпляр. Только сейчас вспоминали, думаю, что-то мелочь клюет. Давно таких хороших-то не ловили. Колючий. Вот какой красавец. Да. Это зверь уже. Как она забилась, да? Да, ну зато если он сел. У него такая плотная морда, что он не может уйти. Вообще отличный прям крупняк.
как она, говорит, меня стебанула. Давай. Стебанула. Ну, молодец. Что там, Николай, что-то зацепил кого-то? Лопату, свою лопату. Лопатенку. Молодец. Чуть сижу, я дергаю, не пойму, не могу никак зацепить. Вроде чувствую, вес нет никакого. Дай-ка проверю. Смотрю, а тут знаете, кто сидит? Вот такая рыбка. Почти аквариумная. Называется ласточка. Красивая черненькая рыбка. У нее хвост как у ласточки, когда она в воде распушается. Такой двойной, красивый. Николаевич крючок опять тут оторвал. Со всей подвески осталось. Вот, всего два крючка у него осталось. Ладно. Посмотрим. Ну-ка, что у него там сейчас. Сейчас посмотрим, как его ласкири обдурят. Сейчас вот специально посмотрим. Посмотрим, кто кого. Так. Ну что, делаем ставки. Я думаю, что ласкири будут шустрее. Никаких ставок, там уже половина. Уже сожрали все. Две поклевки было, два крючка. Голяк. Все. Опять Николаевич кого-то тянет. Молодец. Карасямбу? Да, я как в болоте сижу, что-то вообще не клюет. У нас ветер не стихает. Уже жарко. Но ничего, мы не сдаемся. Вот таких мы вообще не ловили сегодня еще, да? Вот это зверь. Красавец. Когда шел, аж блестело так, что как будто пакет там идет. С пятерочки, да? Да. Да, вот это зверь. Может, они там разогнали всю мелочь нашу? Крупнее. Может. Рика лопата. Да, хороший рокфиш. Называют еще эту рыбу рокфиш. Не знаю почему. Вот это. Николай, сейчас оторви, смотри. Да не оторви. Вот таких вообще не ловили, смотри, давно уже. Вот это рыбина. Ай, ты лапа. Ай, ты лапа. Да. Реально удочка в дугу была. Ай, ты вот лапа. Это... Какие у нее зубы, интересно, слышишь? Крупные, наверное. Я его взять не могу, слышишь? Мощный? Мощный. Мощный. Вот это. Вот это крупняк, конечно. Ну-ка зубы какие там у него, покажи. Есть зубы у него? Нету зубов у него. Нету? Нет. Они же обычно человеческие зубы, да, у него? Мы ловим без зубов. Николаевич сидит там опять крупный. Даже, говорит, не почувствовал, как клюнуло, да? Вообще поклевки не было. Затишье, просто затишье полное. И хальть, а там хальть. Молодец. А у нас тут медузы атаковали. Все, медузи. Прям капец прям. По леске аж бьет. Чувствуешь, тянешь. Как через желе какое-то. Такому волна нипочем. Хорошо идет. О, сейчас там придет волна. О, идет, идет. Ух. Раз, и два, и... У-у-у.
Что там, как дела у тебя? Что-то дернуло один раз. Что-то перестал он склевать совсем, да? Да. Что-то грустно стало тут. Надо менять место дислокации. Может, к мужикам сходим, посмотрим, что там сидят целое утро. Вот там, вдалеке, на красной лодке. Может, там окунье? Нам его не хватает как раз сейчас. Лопатек. Вот только собрались мы идти, Николаевич поднял. Лопатенка. То что, ловим или идем? Ловим. Ну, давай, посидим. Ты знаешь, если он клюнул, значит, он теперь будет клевать некоторое время. Карасик. Знаю, Николаевич клюет, у меня нифига не клюет. Вроде в одну сторону забрасываем даже. Красавчик, астый, не пошли. Ладно, будем ждать. Так, ну что, по лоскирям у нас сегодня все. Пойдем попробуем на окуньках постоим. Может, там что есть. Мужики подозрительно долго стоят на одном месте. Вот там. Три лодочки стоят, пойдем проверим, что у них там. У нас там рыбка в садке сидит. Пошла. О, стой, еще мельче, чем там, слышишь? О, Николаевич бычка поднял. Долго он его мучил. Быкан. Ну что, походили мы по тем местам вдоль берега. К маяку сходили, у нас ничего нет. Вернулись обратно, встали на песок. Думаю, может быть, хотели. Вернулись на песок, думали половить окуньков. У нас вместо окуньков вот такие друзья клюют. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Это дракон. Черноморский дракон. Опаснейшая рыба. Ее в руки нельзя брать. Если можно, ну, то очень опасно. Видите, какая у него корона. Если... Так, подожди, куда? Сейчас, подожди. Вот если об нее уколоться, то будет капец. Вот еще на жабрах тоже. Вот такие две. Видно здесь, по краям. Ядовитые шипы. Да, это все ядовитые шипы. Лучше не трогать, не подходить, эту рыбу обойти. И лучше вообще отпустить ее. Вот такая красавица. Это крупный, кстати, считается. Она вкусная, но... Ладненько. Будем ее снимать аккуратненько и отпускать. Кавайс решил свой спасик испытать. Выдержит ли он его или не выдержит вообще? Ну да, на севере за 100 километров ходили. Я не знал, способен ли он на спасение. Но вперед или назад? Как выпадает запад, да? Ну чё? Держит. Нормально? Да. Пока не могу. Главное не выскользнуть с него, да? Ладно, пойдем на спасение. Взял Николаевича на буксир. Не разворачивай. Что, нормально тянет? Вот так и рыбачим. Надо лыжи, охотничьи. И, друзья, вот закончилась сегодняшняя наша рыбалка. Я считаю, что она была удачная.
рыба была, погода ну, так себе стояла, ну ничего, все нормально. Главное, что поймали рыбки, отдохнули, покупались, вот, все уже загрузились и пойдем домой. Поймы у нас сегодня, в принципе, достаточно, я думал, что сегодня будет меньше. Поймали мы такое количество рыбы. Вот. Есть хорошие экземпляры и ласкирей, пару окуней, пару ставридок. Вот. И даже сегодня попался у нас бычок. Ну ладненько, все, давайте. Всем до встречи. Всем пока.